События, которые происходили в Белом дворце Брестской крепости в начале марта 1918 года, изменили ход мировой истории. Собирая миллионы урожай человеческих жизней, Первая мировая война перекроила карту Европы. Не пощадила она и белорусские земли. Первая мировая война. За 4 года и 4 месяца в боевых сводках не раз упоминается Вилейко и Молодечно, Барановичи и Могилев, Нарыч и Свирь. Полностью уничтожен город Сморгонь. Он стал мертвым городом, местом жестоких немецких газовых атак. Брест в зоне оккупации. Почти 4 месяца, с ноября 17 по февраль 18 года, в Бресте продолжались переговоры. С одной стороны, молодая советская Россия, с другой — Германия и ее союзники — Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария. Остановить войну, отказаться от тайной дипломатии, мир без аннексий и контрибуций. Такие лозунги выдвигали большевики. Казалось, их должны были поддержать все страны. Но на провозглашенный советами декрет о мире не ответило ни одно правительство. Война любая — это трагедия, война, в том числе и для белорусского народа, который перенес в годы Первой мировой войны очень много страданий. Но дело в том, что в итоге войны все-таки возникло белорусское государство. Как — это уже сложные вещи. Это вопросы другие, тут могут ученые спорить. Но оно возникло. В результате брестских переговоров удалось подписать лишь соглашение о временном перемирии. Но Германия его разорвала, возобновив наступление. Армия бросилась бежать, бросая и сметая все на своем пути. Написал об этих событиях первый советский главнокомандующий русской армией Крыленко. Армия не просто отступала. Солдаты дезертировали, оставляя позиции. В феврале 1918 года германские части вошли в Минск. В городе накануне оккупации стычки сразу нескольких сил — сторонников большевистской власти, борцов за национальную независимость Беларуси и приверженцев полонизации края. На благосклонность оккупационных властей никому из них рассчитывать не пришлось. Из меморандума Народного секретариата Белоруссии представителю высшей германской оккупационной власти, опубликованного в газете «Белорусская земля» 1 марта 1918 года. Народный секретариат Белоруссии вправе был рассчитывать на то, что германские военные власти, оккупируя край, отнесутся с должным уважением к праву самоопределения Белоруссии и не будут препятствовать деятельности Верховного и правомочного органа белорусского народа — Народного секретариата. Между тем, 25 февраля сего года в помещение Народного секретариата явился с отрядом солдат германский комендант города и, не предъявив никакого письменного ордера, занял это помещение, сняв белорусский национальный флаг. В это время самые разные политические силы обращаются ко вчерашним солдатам, к тем, кто в свое время скрывался от призыва в царскую армию, дезертировал с фронта или застрял в госпиталях. Нужна новая армия. Это понимают все. Из приказа номер 2 исполкома Совета Всебелорусского съезда по гарнизону города Минска от 20 февраля 1918 года. Все белорусы-беженцы, не имеющие возможности воспользоваться предоставленным им правом освобождения от военной службы, а также все желающие белорусы, приглашаются записываться в Первый белорусский национальный полк. Запись принимается в канцелярии полка, находящегося временно при Минском военном начальнике. Белорусский комендант Минска Константин Язовитов. Из декрета Совета народных комиссаров РСФСР рабоче-крестьянской Красной армии от 15 января 1918 года. Первое. Рабоче-крестьянская армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов. Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет.
В Красную армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоевания Октябрьской революции и власти Советов и социализма. 23 февраля 1918 года в 15 верстах от Пскова передовой отряд германцев встретил первый отпор большевиков. В бой вступили 2-й красноармейский полк Черепанова, сформированный из солдат Северного фронта, отряды латышских стрелков, псковских красногвардейцев и питерских рабочих. Командовал ими бывший полковник генерального штаба русской императорской армии Пеклеванов. В то время многие офицеры старой царской армии приходили служить к идеологическим противникам. Угроза иностранной оккупации казалась страшней красной агитации. В тот же день, 23 февраля 1918 года, рабоче-крестьянская Красная армия приняла в свои ряды первых добровольцев. Правда, таких оказалось не слишком много. Активная военная агитация, пик которой пришелся на 1917 год, сделала свое дело. После февральской революции вчерашние крестьяне и гимназисты из армии дезертировали. От принципа добровольности пришлось отказаться. И скоро комиссии по отбору добровольцев сменились уездными и губернскими военными комиссариатами. В Красную армию стали призывать. Сегодня деятельность Александра Федоровича Мясникяна, это его настоящая фамилия, оценивают неоднозначно. Юрист, литератор, участник Первой мировой войны, прапорщик. В ноябре 1917 года съезд депутатов избрал его главнокомандующим Западным фронтом. Мясникову пришлось руководить Витебским, Оршанским и Могилевским отрядами завесы. Они оказывали сопротивление германским войскам на центральном направлении. Там же воевали отряды под командованием Яна Берзина, бывшего рядового царской армии. Оборону Минска демократично избранный главком удержать не смог. В город германцы вошли почти без боя. Завеса или система отрядов завесы – это воинские соединения Красной армии, которые были развернуты на демаркационной советско-германской линии, образовавшейся в результате германской интервенции в феврале-начале марта 1918 года. Система отрядов завесы была в известной степени импровизацией просто потому, что полноценные фронты в тех условиях развернуть не представлялось возможным. Был создан главный военный совет, которым подчинялась вся система отрядов завесы на западной границе. Были созданы военные советы участков отрядов завесы. В частности, на территории Беларуси демаркационную линию держал так называемый западный участок отрядов завесы со штабом в Смоленске. Военным руководителем или командующим западной завесой стал полковник старой армии Егорьев. Ну и в состав штаба входили также два комиссара, один от Всероссийской коллегии по формированию Красной армии, другой от Главного военного совета Красной армии. Одним из командиров Красной армии, с которого, пожалуй, началось освобождение белорусских земель, был Андрей Евгеньевич Снесарев. Удивительным образом ему довелось руководить сразу тремя воинскими объединениями, находясь при этом в одной и той же должности. На самом деле это было одно соединение, которое трижды меняло название. Западная армия, 16-я армия, Белорусско-литовская армия. Снесарев Андрей Евгеньевич родился в 1865 году в семье священника. Окончил Московское пехотное училище и Николаевскую академию Генерального штаба Императорской армии. Первую мировую войну встретил в должности начальника штаба 2-й казачьей сводной дивизии. Летом 1916 года участвовал в Брусиловском прорыве. Во время гражданской войны в мае-июле 1918 года был военруком Северокавказского военного округа. С сентября 1918 года начальник Западного района обороны. Был начальником Академии Генерального штаба, ректором Центрального института восточных языков, начальником кафедры военной географии Военной академии. В 1928 году Снесареву, первому из советских военачальников, присвоено звание «Герой труда». В
1930-м он был ложно обвинен в контрреволюционной деятельности, арестован и приговорен к расстрелу. Приговор заменили на 10 лет лагерей. Освобожден досрочно, как тяжело больной, в 1934 году. Умер Андрей Евгеньевич Снесарев 4 декабря 1937 года в Москве. Конечно, опытный Снесарев справлялся с командованием гораздо лучше, чем его предшественник Мясникян. Оказалось, что выборы далеко не самый лучший способ назначать военачальников. Тем более, что в состав Западной армии входили 3 стрелковые дивизии и сразу несколько авиационных подразделений. Вряд ли пламенный революционер представлял, какая разница между авиа- и воздухоплавательными отрядами и как правильно использовать эти силы. Снесарев, который командовал Западной армией, в ее составе командовал 3 дивизиями, которые по своему количественному составу представляли меньше, чем 1 дивизия образца 1914 года, то есть начала периода Первой мировой войны. Авиация, которая осуществляла поддержку его Западной армии, была представлена всего лишь 18 самолетами. До лета 1919 года особо авиация не выделилась, и особых событий не произошло. Они выполняли рутинные полеты. Из этих 18 самолетов летало в лучшем случае 3 или 4. Все остальные находились в перманентном ремонте, так как они были практически все изношены и являлись старыми ветеранами Первой мировой войны. С начала 1918 года немецкие войска занимали 2/3 белорусской территории. Установили жесткий оккупационный режим. Но поддерживать его у германских властей уже не хватало сил. К тому же и в самой Германии, и в странах ее союзников назревали серьезные события – пролетарские революции. 27 августа 1918 года правительство Германской империи подписало с РСФСР дополнительный договор, согласно которому немецкие войска должны были отойти до реки Березина. Началась эвакуация германских соединений. Мировая война закончилась 11 ноября 1918 года в 5 часов утра по французскому времени. В этот час было заключено Компьенское перемирие. В 11 часов раздались залпы артиллерийского салюта. Спустя 2 дня советское правительство аннулировало Брестский договор. А через 2 недели в Москве был издан приказ Революционного военного совета республики. Из приказа номер 297/42 от 28 ноября 1918 года. Ввиду необходимости ввести военно-административное устройство занимаемых нами западных пограничных областях, Революционный военный совет республики во изменение постановил: первое. Выделить из Московского военного округа Смоленскую, Витебскую и Могилевскую губернии. Второе. Образовать новый Минский военный округ, включающий губернии Смоленскую, Витебскую, Могилевскую, Минскую и Виленскую. Третье. Окружной комиссариат по военным делам сформировать из кадра, образованного при штабе Западной армии. Главнокомандующий всеми вооруженными силами республики Вацетис. В те дни никто не мог предугадать, что этот приказ – первый камень в создании фундамента будущего краснознаменного белорусского военного округа и вооруженных сил нового независимого государства – Республики Беларусь. Штаб нового Минского военного округа должен был, естественно, находиться в Минске. Красная армия вошла в город 10 декабря, через 12 дней после издания приказа номер 297. По мере освобождения Белоруссии необходимо было создать территориальный орган управления военными делами, военный округ. И поэтому 28 ноября 1918 года в соответствии с приказом Реввоенсовета номер 297 был создан Минский, а с 14 декабря Западный военный округ, непосредственный предшественник краснознаменного белорусского военного округа, а в последующем и наших вооруженных сил Республики Беларусь. Территория округа охватывала Минскую, Смоленскую, Витебскую, Могилевскую и Виленскую губернию. Управление войсками осуществлял окружной военный комиссариат, находящийся в Смоленске. Окружным военным комиссаром стал профессиональный революционер Иван Яковлевич Алибегов, а военным руководителем
выдающийся российский ученый-артиллерист, бывший генерал-майор Старой русской армии Евгений Захарович Барсуков. Этот рисунок сделан неизвестным художником на улицах освобожденного Минска. Он так и называется – «Вступление Красной армии в Минск в декабре 1918 года». Одно остановленное мгновение события, которое происходило ровно 100 лет назад. В город входили части 16-й армии, той самой, которой командовал Снесарев. Кстати, в то время его, скорее всего, называли не прежним царским воинским званием «генерал-лейтенант», а новым – пролетарским, краском или командаром. Хотя официально никаких званий и эмблем пока еще не было. Первой эмблемой Красной армии стал нагрудный знак в виде венка из дубовой и лавровой веток, внутри которого размещалась красная звезда с плугом и молотом в центре. Его вели в апреле 18-го. Летом того же года красная звезда появилась и на головных уборах красноармейцев, и красных командиров. Это было удивительное время, когда буквально на глазах, по мере продвижения армий, менялась политическая карта Европы. К середине февраля 1919 года почти вся территория Беларуси была освобождена. 16-я армия вошла в Литву и очистила от немцев Вильно. 1 января 1919 года был обнародован первый конституционный акт. Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси. Это произошло в Смоленске, в здании нынешней филармонии. До революции здесь размещалось дворянское собрание. Тут же в Смоленске находился и штаб Западного фронта. Именно в его составе воевала 16-я армия. 31 января 1919 года Советская Социалистическая Республика Беларусь, так она называлась в документе, вышла из состава Российской СФСР и в феврале объединилась с Литовской Советской Республикой в Социалистическую Советскую Республику Литвы и Белоруссии, сокращенно Литбел, соответственно, с новой литбеловской армией. Командовал ею все тот же Андрей Евгеньевич Снесарев. Литовско-Белорусская Социалистическая Республика просуществовала всего несколько месяцев. В апреле 1919 года в Вильно вошли польские войска. Ими были заняты Новогрудок, Барановичи, Лида, Брест, Пинск, другие населенные пункты. Центром Литбел на время стал Минск, который в августе тоже был оккупирован поляками. Фронт стабилизировался только в конце 19 года по линии реки Березина. Следующей весной польские войска начали новое наступление. Они захватили Мозырь, Калинкович и Речицу. Организовать ответный удар Красной армии в мае 1920 года не удалось. В составе Западного фронта участвовала в боях и знакомая нам 16-я армия. В то время ею командовал краском Николай Сологуб. Сологуб Николай Владимирович. Родился в 1883 году в дворянской семье. Окончил кадетский корпус, Павловское военное училище, Императорскую Николаевскую военную академию. Участвовал в русско-японской войне. В годы Первой мировой войны занимал различные должности в штабе Первой армии и Западного фронта. В годы Гражданской войны добровольно вступил в ряды Красной армии. Был начальником штаба Восточного и Западного фронтов, командующим 16-й армией. После окончания Гражданской войны заместитель начальника военной академии, инспектор боевой подготовки рабоче-крестьянской Красной армии, начальник кафедры военно-хозяйственной академии, комдив. Во время Советско-Польской войны 16-я армия под командованием Николая Сологуба принимала участие в самых важных, самых сложных операциях. Она форсировала Березину, Западный Буг, Щару, прорывала оборону противника, освобождала Барановичи, Слоним, Волковыск, Брест-Литовск, участвовала в освобождении Минска. С тяжелыми арьергардными боями была вынуждена отступить с территории Польши. Из приказа Реввоенсовета по войскам 16-й армии от 7 сентября 1920 года. Во время минувшего отступления войска армии, частью по недостаточности энергии начальников, частью под влиянием неприятельских обходов, начали отход в направлении наименьшей опасности.
Они забыли о том, что у них есть долг сражаться, что у них есть соседи, что для отхода есть указанное направление. Из 15 бригад, входящих в состав армии, лишь 4 сохранили должную организованность, боеспособность и вышли на фронт со своими начальниками. Долгом совести считаю отметить сплоченность этих частей, их революционное мужество, представить упомянутых комбригов к награде Ордену Красного Знамени. Командующий 16-й армией Сологуб. Большая польско-советская война началась на территории Беларуси 16 января 1919 года боевыми столкновениями между польскими добровольческими формированиями и частями Красной Армии. Спустя месяц на смену добровольцам пришли регулярные части польской армии, и именно тогда польско-советская война переросла в межгосударственный военный конфликт. И длилась эта война до Рижского мира 1921 года. О причинах этой войны с самого начала велась большая полемика. Польские националистические круги заявляли, что Польша сражается за восстановление своих исторических границ 1772 года. Советская сторона поначалу позиционировала польско-советскую войну как войну за экспорт пролетарской революции дальше на Запад. Так что советско-польская война всего лишь эпизод этой большой необъявленной войны. Результат, конечно, для Беларуси от польско-советской войны и от Рижского мира в первую очередь негативный – территориальный раздел. Народ начинал свою жизнь как государство-нация, будучи разделен между разными государственными организмами. И этот раздел затянулся на 18 лет. Оставим историкам право судить о тех или иных событиях 20-х годов. Давайте попробуем вообразить себе конкретное, знаковое событие той далекой войны. Эта дорога лежит между озерами Свядово и Долгое. Когда-то она рассекала советские и польские окопы. Именно здесь, в 1920-м, завязло майское наступление Красной Армии. Железнодорожный мост взорван, польские окопы три полосы полного профиля, 50 станковых пулеметов, опорные пункты, 12 рядов колючей проволоки, минные поля. А теперь представьте себе, что тишина взрывается грохотом снарядов и гулом работающих моторов. Через полотно к польским укреплениям движутся три железных монстра, три танка, один английский Рикардо МК-5 и два французских Рено. МК-5 – британский тяжелый танк времен Первой мировой войны. Имел четырехскоростную планетарную коробку передач системы Вильсона и специальный танковый двигатель фирмы «Рикардо». Выпускался в двух модификациях – самец со смешанным пушечно-пулеметным вооружением, самка с исключительно пулеметным вооружением. «Рено ФТ-17» – один из самых удачных танков Первой мировой войны. Разработан во Франции под руководством Луи Рено для непосредственной поддержки пехоты. Первый в мире серийный легкий танк. Первый танк, имевший башню кругового вращения 360 градусов. А также первый танк классической компоновки. Отделение управления впереди, боевое в центре и моторное сзади. Эти три танка были доставлены в Полоцк для участия в прорыве польского фронта. Они были отбиты у белых и прошли солидный ремонт на Путиловском заводе в Петрограде. Чтобы перевести их на левый берег Западной Двины, был сооружен специальный большой паром. Кроме танков и пехоты 33-й кубанской стрелковой дивизии, в бой вступили бронемашины 14-го отряда и бронепоезд номер 8 имени Федора Раскольникова. Впервые за годы гражданской войны в одном бою было задействовано столько тяжелого вооружения. Танки двигались вперед со скоростью 7 км в час. Бронепоезд мастерски маневрировал и вел огонь из всех орудий. Командиром бронепоезда был Константин Брониславович Калиновский. Через несколько лет он станет одним из первых специалистов по бронетанковой технике в советской стране. Инспектором бронесил, командиром сводного опытного механизированного полка Московского военного округа, начальником управления механизацией и моторизацией Красной Армии, автором трудов по организации и боевому применению бронетанковых войск. 12 июля 1931 Константин Калиновский погиб в авиакатастрофе вместе с группой офицеров Генерального штаба. Для прорыва обороны были
собраны три вида бронетехники всех времен. Это тоже уникальный вот случай, первый в истории, когда действительно были задействованы несколько видов бронетехники. И 4 июля 1920 года в 3:45 начал курсировать от станции Зябки бронепоезд, вызывая огонь на себя, отвлекая внимание противника. Вот. А со станции Зябки в направлении вот, перешейка выдвинулись три танка. В 4 утра это было. Мастерство танкистов в то время было, скорее всего, что очень такое еще. Не было опыта. Вот, поэтому один танк просто завяз в болоте, второй танк начал его вытаскивать. Хотя это была недопустимая ошибка тем временам, что лучшая помощь – это, конечно, развивать наступление дальше. Второй танк был подбит, а вот третий танк, ему удалось смять, это вот, прорвать колючее заграждение и прорваться к линии окопов, польских окопов. Вот, ну и уже в образовавшуюся брешь в этой обороне пошли бронемашины, потом, значит, пехота, конница. И вот в тот день удалось отбросить войска белополяков на 15 километров к местечку Плиса и дальше развивать вот это наступление в направлении Свинтянских гряд. До нашего времени сохранились следы этих укреплений. Вот даже на дороге положили асфальтированное покрытие. Все равно дубовые эти вот сваи, они пробиваются через асфальт. Польские пушки перенесли огонь на танк. В этот момент бронепоезд остановился и принял удар артиллерии на себя. Два танка были подбиты. Три пробоины получил бронепоезд. Но один танк упорно полз вперед. В прорыв устремились бронеавтомобили. За ними красная кавалерия. Польский фронт был прорван. Давайте запомним эту дату. 4 июля 1920 года. Давайте запомним и это место. Беларусь. Дорога Полоцк-Молодечно, станция Зябки. У поляков тоже были танки, 8 легких машин, присланных из Франции и США. Их собирались использовать в бою здесь же, под Зябками. Но опоздали. 7 из 8 Рено и Фиатов достались красноармейцам в качестве боевых трофеев. Когда началось наступление, стремительное наступление Красной Армии летом 1920 года с лозунгом «Даешь Варшаву», войска достаточно быстро пошли на запад. И, казалось бы, авиация должна была уж кто-кто, а она поспевать за ними. Но этого не произошло. Огромным минусом авиации того времени были ее тыловые части, которые просто не смогли обеспечить самолеты как техимуществом, так и, прежде всего, топливом. Ну, они там летали, знаете, и на спирту, и на газолине, и на всем. Именно это были основные причины того, что самолеты отказывали двигатели. Однако летчики, которые побывали в перипетиях войны, которые поняли, как надо и что, самое главное, нужно делать, получили опыт, именно они к концу 20-х годов начали предлагать конструктивные идеи для усовершенствования советской авиации. К июлю 20-го Красная Армия уже не была похожа на ту солдатскую массу, которая дезертировала с фронтов и донашивала гимнастерки времен Первой мировой. Западный военный округ, так он стал называться с декабря 18-го, постепенно менял свой облик. Бойцы и командиры получали новую форму. Шинели и гимнастерки с разговорами, шлемы, похожие на шеломы древнерусских богатырей, позднее их называли буденовками, комплекты кожаных тужурок брюками, крагами и картузами – это для механизированных войск. Солдатская молва говорила, что эта форма была пошита еще при царе. Якобы она предназначалась для парада русских войск в Берлине и Константинополе, который планировали после победы в Первой мировой. На складах эта форма действительно лежала. Автором эскизов был выдающийся художник Виктор Васнецов. Основная задумка – воссоздать образ русского витязя. Отсюда след Древней Руси в знаменитой Буденовке. Но комплектов такого обмундирования было недостаточно. В мае 1918 года нарком по военным и морским делам Лев Троцкий созвал комиссию по созданию новой формы для Красной Армии. Откликнулись художники Васнецов, Кустодиев, Изучевский. Они-то и доработали царские эскизы.
Бойцы получили первый документ, который подтверждал их принадлежность к армии. Книжку «Красноармеец». В нее были включены первые законы и декреты советской власти, основные приказы и инструкции Народного комиссариата по военным и морским делам, нормы всех видов довольствия, пенсионное обеспечение солдат и их семей и так далее. В этих документах объяснялись понятия воинского долга, обязанности красноармейца и качества, которыми должен был обладать солдат революции. Правда, книга неудобная, в карман не положишь. Сего числа, 4 февраля 1921 года, в 17:00 эшелон вверенных мне курсов прибыл в Минск. Настроение личного состава прекрасное. Нарушений воинской дисциплины не было. Слово «невозможно» не будет в нашей работе. Смело за дело дружной, крепкой пролетарской семьей. Впереди нас ждут захватывающие дела. В единстве сила, в дисциплине победа. Наша цель – создать одну из новых кузниц подготовки командных кадров для Красной Армии. Начальник минских пехотных курсов Леонид Павлович Клаус наверняка был романтиком. Приказ о прибытии на место дислокации 180 курсантов, будущих младших командиров, написал как поэму. До революции в этом здании находилось Минское духовное училище. Готовили будущих служителей культа. Полковнику Леониду Павловичу Клаузу предстояло готовить командный состав Красной Армии. Эти курсы – первое в истории Беларуси советское военное учебное заведение. Это позже появится училище, военные кафедры и даже академия. 5 февраля 1921 года учебный процесс начался. Через 3 года курсы были преобразованы в Белорусскую объединенную военную школу. Первый выпуск – 76 командиров взводов. Ну, дело в том, что Красная Армия, она ведь родилась в революционных событиях 17-го года и событиях гражданской войны. Естественно, в силу определенных идеологических установок Красная Армия не могла быть доверена полностью бывшим выходцам из Российской императорской армии, прежде всего офицерскому составу. Необходимо было создавать свои новые кадры в рамках той идеологии, которая пропагандировалась Советским Союзом, чтобы они, именно командные кадры, были верны советской власти и всячески поддерживали все идеологические направления, которые были сформулированы. И если мы с вами вспомним любую фамилию выдающегося советского военачальника периода Великой Отечественной войны, то, в принципе, они все являются выходцами вот этих первых курсов подготовки собственных командно-начальствующих кадров. Это и Жуков, и Рокоссовский, и Конев, и многие-многие другие. Потому как в Российской императорской армии они не имели офицерских званий, там или прапорщики, или унтер-офицеры, но вот благодаря революционным событиям появилась такая возможность раскрыть их таланты, чтобы они действительно добились достаточно много. Поэтому это была одна из главных стратегических задач, которая ставилась перед новыми вооруженными силами, чтобы они обладали своими собственными командно-начальствующими кадрами. Из указа Центрального исполнительного комитета БССР от 1 февраля 1931 года. Отмечая выдающиеся заслуги Объединенной Белорусской военной школы имени ЦИК БССР в деле подготовки красных командиров, Президиум ЦИК постановляет вознаградить Объединенную Белорусскую военную школу орденом Трудового Красного Знамени. Председатель ЦИК БССР Червяков. Но не только Объединенная Белорусская военная школа была удостоена единственной в то время высшей белорусской награды. 18 сентября 1926 года ордена получили сразу 5 железнодорожных полков. 15 июля 1931 года ордена вручили не воинским подразделениям, а красным командирам. Войсковому комиссару Балашову, помощнику начальника штаба 6-го стрелкового полка Алексееву и командиру батальона 5-го стрелкового полка Белову. Спустя 2 десятилетия выпускники и преподаватели Минской военной школы будут командовать батальонами и полками в самых жестоких, самых кровопролитных боях Великой Отечественной.
33 из них станут героями Советского Союза. Среди них Борис Аршинцев, Афанасий Бодаков, Матвей Вайнрук, Иосиф Дьяков, Василий Маргелов, Иван Якубовский. В ноябре 1923 года одной из дивизий Западного военного округа было присвоено наименование «2-я белорусская стрелковая дивизия». Этим же приказом она была отнесена к национальным формированиям. Командирские кадры старались подбирать из представителей титульной нации. Уставы, команды и даже дело производства в частях переводили на белорусский язык. В результате серии демобилизаций и военной реформы произошел к 1925 году переход на всей территории Советского Союза к смешанной кадрово-территориальной системе комплектования и организации вооруженных сил. Ну и поддерживать территориальные дивизии в состоянии постоянной боевой готовности. Поскольку территориальные дивизии — это были дивизии второй очереди, то в них служило в основном местное население, и само собой возник вопрос, а на каком языке говорить с местным населением командованию территориальных частей? На Кавказе, в Средней Азии, в Якутии, в Бурят-Монгольской автономной республике, в Карелии, само собой, это стал язык местного населения. В Беларуси было сложнее по одной простой причине. Практически все понимали русский язык. Но, тем не менее, решено было территориальные части, которые находятся на территории БССР, перевести на белорусский язык. Командиры сдавали экзамены на знание белорусского языка, в частности, Георгий Константинович Жуков, который командовал кавалерийским полком и служил это время в Минске, не только овладел белорусским языком, но и на белорусском языке читал лекции и вел занятия по допризывной военной подготовке в Белорусском государственном университете. Это было сделано с учетом реформы Красной Армии, согласно законам об обязательной воинской службе и о переходе от кадрового к территориальному принципу формирования частей. В случае необходимости личный состав должен был пополняться призывниками из запаса. Считалось, что большая часть говорит по-белорусски. Кстати, и сам округ вскоре изменил название. Приказом Реввоенсовета СССР от 2 октября 1926 года он был переименован в Белорусский военный округ. Правда, это не было связано с белорусизацией. Просто районы дислокации кадровых и комплектования территориальных частей Западного военного округа находились в Белоруссии. Вторая белорусская была образцово-показательной дивизией. После польской кампании 1939 года в Минск не вернулась, а была выдвинута ближе к границе, в крепость Осовец, неподалеку от Белостока. Место это имеет трагическую историю. Оно известно еще с Первой мировой, знаменитой атакой мертвецов, контрнаступлением русских пехотинцев во время применения немцами химического оружия. А в начале 41-го именно здесь, в районе Белостокского котла, белорусская дивизия Красной Армии полностью погибла. Особое значение уделялось новым тенденциям развития тактической мысли. Военачальники Белорусского военного округа считали, что важным маневром является обхват противника с флангов, последующим окружением его и уничтожением. Исходя из этого, была видна, сформирована структура, которая, в общем-то, формировала Белорусский военный округ. Большее внимание уделялось танковым частям, в том числе тяжелым соединениям, что повышало огневую мощь и ударную силу сухопутной группировки. Даже с появлением в частях ангаров для боевой техники округ не отказывается от традиционной кавалерии. Тем более, что здесь с 1923 года служил выдающийся кавалерист, командир 4-й казачьей дивизии Георгий Жуков. Здесь он отличился в учениях под Оршей. Под его руководством дивизия стала лучшей в Белорусском военном округе и была награждена, как и сам Жуков, орденом Ленина. В 24-м тогда еще командира полка Жукова направили в Ленинград учиться в высшей кавалерийской школе.
В одном из старых журналов, посвященных конному спорту и коневодству, Георгий Жуков прочитал статью о необычных достижениях царских генералов Брусилова, Корнилова и Маннергейм. Они устраивали рекорды в сверхдальних верховых переходах. Такие же переходы совершали кавалеристы французской, немецкой и австрийской армии. У будущего маршала появилась идея – побить достижения царских генералов. Своим друзьям, командиру 42-го кавалерийского полка Михаилу Савельеву и командиру эскадрона 37-го астраханского полка Николаю Рыбалкину, Георгий Жуков сделал неожиданное предложение – возвратиться в Минск не поездом, а верхом. Маршрут – Ленинград-Псков, Орша-Борисов-Минск. Другими словами, совершить конный пробег. Дистанция почти 1000 километров за 7 дней. В Ленинграде тройку провожали товарищи по курсам. Пробег стартовал рано утром 12 ноября от ворот высшей кавалерийской школы. На 7-й день перехода, как и было запланировано, всадники добрались до белорусской столицы. Здесь их ждал сюрприз. Сотни людей собрались на окраине города, чтобы встретить военных спортсменов. В Беларуси любили красную кавалерию. Из статьи в газете «Звезда» от 10 июля 1928 года. У червоноармейцев. Ждановичи. Хоть день был и не такой удалый, але командир эскадрону товарищ Малюков захотел показать своим шефам спрыт и умение уладать шабляю червоными бойцами. Кони у самарцев, як и львы. Здается, земля дрыжит под могутными ударами их копытов. Столько силы, зуховатости, бадёрости у кожном бойцы. Усё гэта дае упэўненасць, что за плячыма такой армии можно спокойно будовать социализм у нашей краине. Гэтаму будаўніцтву не перашкодзяць ніякія варожыя силы. Надо отдать должное высокой научной военной мысли того времени. Ведь тогда развитие воздушно-десантных войск фактически предвосхитило создание воздушно-десантных войск современного уровня. То уже тогда формировалась бригада ПВО, то есть в системе защиты от воздушного противника уделялось важное значение. А также важно то, что появились части нового рода войск – воздушно-десантные. 13 июля 1928 года главная армейская газета республики «Звезда» напечатала статью командующего белорусским военным округом Егорова. Егоров Александр Ильич родился в 1883 году в городе Бузулук Самарской губернии. После окончания гимназии поступил на военную службу. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище. Кадровый военный русской императорской армии. Участник Первой мировой войны. Был 5 раз ранен и контужен. После Октябрьской революции вступил в ряды Красной армии. С декабря 1917 года отвечал за отбор офицеров для РККА, занимался вопросами пленных и беженцев. В годы Гражданской войны командовал армейскими объединениями. С 1927 по 1931 год командующий войсками Белорусского военного округа. Занимал должность начальника генерального штаба Красной армии, первого заместителя наркома обороны СССР. В своей статье командующий войсками округа писал: «Красная армия очень сильна своей моральной стойкостью, и она, безусловно, выполнит любой приказ своего правительства и пойдет туда, куда ей прикажут». Статья посвящена первым в истории округа маневрам. В них принимали участие 2 кавалерийские, 3 стрелковые дивизии, дивизия территориального формирования и танковая бригада Московского округа. Командовал бригадой Константин Брониславович Калиновский. Тот самый командир бронепоезда номер 8 имени Федора Раскольникова. Недаром он говорил, что после танкового боя у станции Зябки навсегда влюбился в стальные крепости. И первые танки на белорусские учения привел именно Калиновский. В сентябре 29-го белорусский военный округ принимал всесоюзные маневры. В военную историю эти учения вошли под названием «Большие Бобруйские». Участвуют войска белорусского,
Московского, Ленинградского, Украинского и Северокавказского военных округов. Присутствует особая группа специалистов, тестирующая новые типы танков Красной Армии и радиостанции, которые военные корреспонденты впервые получили для связи со своими редакциями. Из статьи в газете «Звезда», сентябрь 1929 года. Сегодня на маневрах вступила в бой авиация, наносила удары по оборонявшемуся противнику и вместе с конницей механизированными частями развивала успех штурмовыми действиями, прикрывала свои войска, наносила бомбовые удары по железным дорогам и транспортным узлам. Боевые истребители красных вели борьбу с воздушным противником. Впервые в крупных учениях принимает участие опытный механизированный полк. Руководит маневрами народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета СССР Климент Ефремович Ворошилов. Вчера нарком специальным поездом прибыл в район учений. С именем маршала Ворошилова связано еще одно важное событие в истории Белорусского военного округа. 19 ноября 1936 года торжественно и ярко отпраздновал Минск открытие Дома Красной Армии. Уже с полудня начали прибывать люди с заводов и фабрик, представители воинских частей, партийные и советские работники. Вечером прибыл секретарь ЦК КПБ товарищ Гекало, председатель Совнаркома Белоруссии Голодет, начальник политуправления Белорусского военного округа, армейский комиссар Булин. В зале народный артист республики Рафальский, поэт Александрович, заслуженный деятель искусств Лангбард, по проекту которого строился этот дом. Дом Красной Армии, построенный для Белорусского военного округа по инициативе наркома обороны Ворошилова в далеком 36-м, до сих пор служит белорусской столице и ее гостям. Крупные военные учения провели в Беларуси в сентябре 1936-го, затем в мае 1937 года. На обоих присутствовал нарком обороны, а также иностранные наблюдатели. Обкатывались новые тактические разработки и теории. Осенью того же 1937-го еще одни военные учения. В приказе наркома СССР об итогах боевой подготовки они были названы специальными опытными. По некоторым данным, в них было задействовано 150 тысяч человек, свыше 1000 танков, более 800 орудий, около 700 самолетов, 50 тысяч лошадей. Учения 1937 года – это одни из самых крупных учений, проведенных в Советском Союзе в межвоенный период. И, в принципе, это одни из самых крупных учений межвоенного периода в Европе, а может быть, даже и в мире. В них было задействовано достаточно большое количество не только живой силы, но прежде всего и военной техники. Прежде всего, именно новейших образцов военной техники, которая начинает поступать достаточно массово на вооружение Красной Армии. А главная идеологическая составляющая этих учений заключалась в том, чтобы показать западным военным специалистам всю мощь Красной Армии и ее наработки в тактическом и стратегическом плане. 26 августа 1938 года вышел приказ Народного комиссариата обороны СССР за номером 0151. О переименовании и реорганизации Белорусского военного округа. Во исполнение постановления Главного военного совета от 26 июня 1938 года за номером 10 приказываю. Первое. Управление БВО впредь именовать Управлением Белорусского особого военного округа, командующего войсками БВО, командующим войсками Белорусского особого военного округа. Второе. Сформировать в составе Белорусского особого военного округа две армейские группы. Витебскую на базе управления 4-го стрелкового корпуса, город Витебск, Бобруйскую на базе управления 5-го стрелкового корпуса, город Бобруйск. Теперь округ стал называться Белорусский особый военный округ. Почему? На это были причины.
Свое название особо наш округ получил благодаря тому, что это был, во-первых, приграничный округ, во-вторых, приграничный округ, округ на западном направлении, которое в Советском Союзе рассматривалось как одно из наиболее важных с точки зрения военной стратегии, потому как основную угрозу Советский Союз всегда ждал с Запада. И вот эти вот обстоятельства определили этот округ как одним из самых важных вообще во всей системе обороны Советского Союза. И действительно, этому округу всегда отдавалось особое значение и по части кадров, и по части техники, и по части инфраструктуры. Сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В этот же день Белорусский особый военный округ был переименован в Белорусский фронт. 17 сентября 1939 года в 5 часов 40 минут войска Красной армии пересекли границу с Польшей. За 6 дней Белорусский фронт прошел через Западную Беларусь. Эти земли вернулись в состав Белорусской ССР. Фронт опять стал особым военным округом. Впереди были годы тяжелых испытаний.